Привет, привет, мои дорогие ведьмочки. А сейчас я вам расскажу про Атам ведьм. Про них написано очень много, но у меня вот есть свой, и он тоже появится на сайте. Он уже появился, так что можете заходить, и там будет представлено два Атама. Один Атам с активацией и другой без. Атам большой и Атам малый. И он под артикулом номер 29. А что такое 29? Это число не случайное. Двойка — это Верховная Жрица, девятка — это Отшельник, Старшие Арканы, а 2 плюс 9 — это будет 11. 11 — это число силы, про которое я вам уже рассказывала, про маятник 11. 11 — Старший Аркан, сила. Это нож большой будет там и нож малый. Здесь вы видите большой нож сейчас на экране. Он сделан по всем канонам Атама. И к нему идет третий глаз металлический. Вы можете его видеть. Это я так пометила размером именно те ножи, которые нужно активировать. Рукоятка ножа выполнена с пером совы. Настоящая сова, конечно же. Камешком шунгита и чесноком. А лезвие ножа – это сигил пентаграмма, агрессивная, конечно же, без круга, и гексаграмма защитная в круге. И также вы можете видеть здесь металл, конечно же, гвозди металлические, медные, девочки, чистая медь. Медные гвозди, направленные острием в осу. А оса находится на острие лезвия Атама, своим жалом олицетворяя острие Атама. То есть острие не это смола, девочки, не само острие металлического ножа. Это именно жало осы, настоящей, жесткой, твердой, девочки, злобной осы. Отличие большого Атама от малого в размере и как раз-таки в присутствии этого третьего глаза. Большой Атам пригодится для больших церемониальных магических работ. Те, кто может их активировать сам. Ими можно писать в воздухе и на земле, втыкать. А там, если вот к Википедии обратиться, кстати, именно к Википедии, заметьте, да, это магический ритуальный нож, применяется который в современных языческих ведьмовских ритуалах для аккумулирования и хранения магической энергии. Основные функции Атама – это управление энергией и ее накопление, начертание магических и священных фигур, рун, внутри которых ведьмы или маги проводят ритуалы, в частности, пентаграмм, рун, как я уже сказала, магического круга возле специального алтаря. С помощью Атама благословляют, очищают вино и пищу, заклинают и контролируют демонов, другие сущности внутри круга. Большинство современных ведьм покупают себе Атамы. Я думаю, у каждой из вас большой крупной ведьмы 100% есть Атам. Металлы в составе клинка бывают разные. И вот именно в моих, девочки, именно медь. Почему медь? Медь – это ассоциируется с Венерой. Что такое это все? Это мир, спокойствие, гармония, счастье, материальное благосостояние, богатство, красота. И, конечно же, наши с вами Атамы с медью, под Венерой. И, кстати, я тоже в пятницу родилась, это все мое родное, пентаграмма тоже. И Атам должен приносить счастье и достаток, приводить ведьму в ее личную гармонию. Венера – это пятница, девочки. Пятница – это самый магический день в неделе, так как именно по пятницам Венера двигается по орбите пентаграммы. Это я об этом тоже говорила. Если кто не знал, можете тоже об этом почитать. А как использовать большой Атам? Можно носить с собой, можно использовать в ритуалах, хранить на алтаре. Все, что хотите для ваших магических практик. Он сам по себе является мощным оружием и оберегом. И для большого Атама я рекомендую настоятельно сделать индивидуальную активацию капелькой крови на лезвие. Можно своей, то есть для защиты себя, больше тогда будет работать гексаграмма, либо кровью млекопитающего животного для активации под охоту на врагов.
И больше тогда будет работать агрессивная пентаграмма, которую вы можете видеть на том сигиле, который входит в этот атам. Так, и при активной агрессивной магии, черной, кладбищенской, нож кап, на нож капается смешанная кровь, своя с кровью млекопитающего. Заметьте, что с кровью птиц можно мешать, если ваш тотем – птица, и вы работаете с демонами, птицами. В малом, вот вы сейчас видите, да, это малые ножи, то есть они идут без третьего глаза, это можно, можно с ними не работать на алтаре, то есть если у вас нет своего алтаря, можно прикрепить к ключам своим, носить как брелок девочки, да, вот этот нож больше подходит под носки с собой. Когда магически большой, а там можно использовать и рекомендуется именно в ритуалах. Вот именно с этим третьим глазом, девочки, они идут, вот эти вот большие ножи. Внутрянка их никак не отличается друг от друга. Отличаются они просто размером и отличаются тем, что на больших ножах вы можете видеть третий глаз. Вот такие вот ножи, девочки, очень хорошие в работе. У меня, я думаю, вы видели в моих предыдущих где-то видео, есть мой атам. Он полностью медный, девочки, медный и тупой. Вот такие вот дела. Пока-пока.